очень приятно присутствовать сегодня на выставке такого великого художника, как Никас Сафронов. Неоднократно была на открытиях его выставок в Москве, где он открывал себя такими шедевральными коллекциями. И сегодня здесь вижу работы, посвященные арабскому пейзажу. Это очень приятно, потому что мы улучшаем отношения с Бахрейном. Россия и Бахрейн – это очень большие перспективы в будущем. И я, как пресс-секретарь дипломатического клуба «Добрососедство», вижу очень много вариантов развития не только в бизнесе, но и благодаря таким замечательным трудам, как и работа Никаса Сафронова, в искусстве. Поэтому, если будут существовать такие художники, как Никас Сафронов, то будущее России есть, это точно. И то, что он посетит также аудиенцию вот у короля, это уже большой знак такой доброй дипломатии между нашими странами.